Ребята, говорит капитан корабля, скоро мы пойдем на посадку. Пожалуйста, приведите свои сиденья в вертикальное положение, а также застегните свои ремни безопасности, чтобы не случилось дерьма. Спасибо, что летаете вместе с разведчик авиа, наслаждайтесь полетом. Кричащие орлы! Что, солдаты? Да! Валите отсюда, это наш путь! Мой! Вы можете его забрать только из моих холодных рук! Да. Сейчас посмотрим, ты долбанный кретин! Ха-ха! Залей её! Наступаем! Получается хорошая стычка! Ладно! Звёздные полосы победили серп и молот, помни! Бегите! Бегите! Я иду за вами! Слишком медленно, ты толстый, жирный жирок. О, это нехорошо. Ты что, забыл про меня? Да. Что ж, тогда пойду к твоей мамке. Понял? Думаешь, что твои шутки смешнее? Ноги сосут! Ты готов драться как мужик? Я готов! Если ты уверен, что шанс победы велик, ты должен вступать в бой. Так говорил Сун Цзяо. Мы вступаем в бой. Да-да-да-да. В атаку! В атаку! Вас понял. Ну и где твои смешные шутки и издевательства? Толкайте, а толкайте как будто последний раз. Очень хорошо. Черт. Тебя что-то терзает? Так это стыд. Наступаю! Выравнивай! Выравнивай! Выравнивай, дури! Я не могу, мы врежемся! Ты умрешь, девственника! Это правда! Нет, Хави, ты не посмеешь. Ну и как тебе, приятель? Смотри и учись. Ха-ха! Ты имбецил! Ты обрек нас на смерть! Мои извинения. Потому что вы лучшие друзья. Что? Слезь с меня. Наступают. Ты. Я вернулся, детка. О, черт. Ты скучал по мне? Он убил его. Неприличного слова, сын. Вы думали, что можете побить меня? Еще как. Пусть это будет уроком для тебя. Хорошо. Нет. Прекрасно. Мы проиграли, ребята. Никак нет. Вы называете это проигрышем. Я срал на такие цифры. Начинаем операцию «Прощальный орел». Нет. Это был приказ. О, поехали. Подвинься, леди. Иди сюда, малыш. Бойся меня! Я тебя ненавижу!
Мягкое приземление. Я победил! Как бог смолгал, невероятный ублюдок. Посидим